Традиционно каждый год в начале лета в Новом Афоне проводится праздничное мероприятие, но в этом году впервые оно прошло столь масштабно и с международным статусом. Летний сезон 2022 открыли звезды российской эстрады 90-х. Перед абхазской публикой и гостями выступили музыкальные группы «Нана», «Стрелки», «Комбинация», «Божья коровка», «Певица Зара», а также звезды абхазской эстрады. Национальные танцы очень хорошо передают темперамент и настроение кавказского народа. Поэтому открыла концертную программу танцевальная группа «Сухум». А после к зрителям вышла группа «Божья коровка» – задорный коллектив российской эстрады. Будем исполнять свои песни любимые, а также хиты 90-х. Вот с какой целью приехали? Поздравить народ с открытием сезона. Мы выступаем перед обычными простыми людьми. Это большое удовольствие, потому что мы видим, какие они открытые, хлебосольные. И поэтому нам хочется подарить им просто праздник. Мы сделаем все от этого зависящее. Золотой состав «Стрелок» исполнил свои главные хиты. Первый раз в Абхазии, я под впечатлением, мне очень нравится все. Воздух, атмосфера, люди. Еда, клубника. Все. Все, вот что они сказали, и это 4 раза. Глаз просто отдыхает и наслаждается всем происходящим вокруг. Между выступлениями российских музыкальных групп гостей также радовали звезды абхазской эстрады и танцевальные группы. Концертную программу продолжила легенда 90-х группа «Комбинация». В завершении концерта выступила популярная группа «Нана». Среди зрителей концерта много туристов. Очень хорошо, очень весело. Спасибо большое, что вы такое устраиваете. Устраивайте еще нам больше. Мы любим Новый Афон. Спасибо, спасибо за такой праздник. Это вообще, ну, душа поет и хочется танцевать. Спасибо. Очень приятно, очень все хорошо. Хотелось бы, чтобы всегда были такие мероприятия, чтобы народ радовался. Очень красиво, очень радует, что таких мероприятий становится все больше и больше. Наверное, надо сказать главе администрации города спасибо большое за то, что так красиво открыли сезон. А вы лично слушаете их песни? «Гранитный камушек в груди». Мне кажется, все гудаутцы эту песню очень любят, и не только гудаутцы. В преддверии летнего сезона такое мероприятие организовала администрация Нового Афона. Этот концерт приурочен к открытию летнего сезона. Благодаря нашим меценатам у нас появилась такая возможность организовать такой праздник для людей, что мы с удовольствием сделали. Еще раз выражаю благодарность нашим меценатам. Это Саид Званбая, Баграт Авицба. Надеюсь, что подобная традиция будет в дальнейшем продолжаться не только в Новом Афоне, но и на всей территории Абхазии. Вот так масштабно в Новом Афоне открыли курортный сезон 2022. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.